Последние выходные лета, которые выдались теплыми и солнечными, на Кожинском карьере в Щелково прошла велогонка «Веломедик Рейс 2021. В соревнованиях могли принять участие любители велоспорта. Всего в спортивном испытании решили попробовать свои силы 50 человек из Щелково, Москвы, Фрязино, Пушкина и Сергиева Посада. Им нужно было преодолеть дистанцию 50 километров. Поддерживаем спорт, любим такие мероприятия проводить. Когда люди объединяются, открытые, вместе тусуются, обмениваются опытом. Просто создавать такое комьюнити людей по интересам очень приятно. Для участников подготовили разнообразные препятствия. Песок, лужи, подъемы и скоростные спуски. Маршрут около Кожинского карьера был выбран не случайно. Ведь здесь удобно ездить абсолютно на любом велосипеде. Каждый участник был готов с радостью рассказать о своем двухколесном друге. Самая главная его особенность в том, что у этого велосипеда нет такого посидельного штыря. Ага. Седло натянуто, как гамак получается. Вы на нем пойдете сегодня 50 километров? Нет, я думаю, что я попробую проехать эту гонку на 60 велосипеде. Первое место в велогонке завоевал Андрей Богданов из Фрязино, а второе – Алексей Середенин из Щелково, а третье – Станислав Янукович из Москвы. Победитель Андрей Богданов выиграл соревнования благодаря отличным навыкам в спортивном ориентировании. Я больше по ориентированию участвовал, в таких гонках редко участвовал. После гонки участники могли перекусить и отдохнуть в палаточном лагере, пообщаться с другими велосипедистами и зарядиться отличным настроением, почувствовав настоящую спортивную атмосферу. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.